Новой Англии весна, и я собираюсь на очередное приключение. Я еду в Пемброк, штат Мэн, чтобы понаблюдать за природным событием. Мы съезжаем с дороги. Возле реки оказываемся в чудесном месте. Это Пеннамаквин. В 50-х годах прошлого века река Пеннамаквин была загружена для создания среды обитания водных птиц. Над плотиной медленная широкая река, дальше озеро. Прямо под плотиной Пеннамаквин увеличивает течение и направляется до самого океана, примерно милю. Каждую весну река наполняется сероспинками, так называемыми оливайфами. Это рыба семейства сельдевых, которые обычно живут в океане, но временно мигрируют в пресную воду для нереста. Эти рыбы подплывают по реке Пеннамаквин до озера, чтобы нереститься. Плыть им всего 8 миль, но путь часто бывает очень сложным. Сперва им нужно пробраться через все пороги. Они могут подняться по дамбе благодаря рыбным лестницам или рыбоходам.